Приветствую вас, и ситуация действительно не очень хорошая складывается относительно вашей дочери. Дело в том, что вы рискуете потерять ее доверие, это очень-очень плохо. В этом письме кроется много переживаний, много опасений по поводу ваших будущих отношений с дочерью. И чтобы это исправить, вам необходимо с ней разговаривать. Лучше всего, если вы скажете с ней так, как есть. То есть, по сути дела, ее папа признал в том, что он нигде не работает. Значит, этот факт. И вы имеете полное право сказать вашей дочери, что он не работает, потому что боится того, что от него потребуют чего-то. И вам необходимо сказать дочери правду относительно того, что происходит с ее папой, чтобы обмана больше не было. Тогда у нее не будет никаких иллюзий по поводу своего отца, а он не сможет настроить ее против вас. Потому что если вы сами все ей расскажете, вот как есть, по факту, только не нужно никаких, знаете, эмоциональных окрасок. То есть пусть девочка сама примет решение. Девочка сама выберет, что правильно, а что нет. Расскажите по факту, что вы с ее отцом развелись, он ушел, и положено было ему вам помогать, с ней, дочкой. Он этого не захотел. И он не работает именно поэтому. Потому что не хочет помогать. И это факт. И пусть этот факт дочь узнает от вас, чем от отца. Потому что да, это правда, это нелицеприятная правда, но она, по крайней мере, то, что заставит вашу дочь верить вам, а не отцу. Есть и другой вариант, при котором дочь вообще не затрагивается. Но этот вариант можно рассматривать только в том случае, если ваш муж склонен к диалогу. То есть вы можете встретиться с ним и попросить его ничего не говорит дочери по поводу его деятельности. Если он согласится, если вы уверены в том, что на него можно положиться, то хорошо, тогда дочь можно не посвящать. Но если вы не уверены в этом, то кроме того, как рассказать правду ребенку, кроме того, как выложить все как есть, больше нету никаких вариантов, потому что будет хуже, если дочь перестанет верить и вам, и отцу. Так у нее есть хотя бы вы. И доверие между дочерью и матерью все-таки очень и очень важно. Таково было мое мнение. Я надеюсь, что вы его услышали, надеюсь, что вы его примете во внимание. Ну, естественно, поступать, как поступать, решать вам. Может быть, другие эксперты дадут более лучше, по вашему мнению, ответ. Но пока так. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи, всего доброго. И, наверное, я желаю вам еще принятия верного, правильного решения относительно своей дочери, потому что это едва ли не самое важное решение в нашей жизни.